Виховала патріота Отчизни, тримай медальку. Розвішувати їх на материнські груди росіян запланувала голова Комітету Держдуми у справах сім'ї Ніна Останіна. Свою пропозицію понесла в маси. Ніна Олександровна Останіна, член Думского комитета по вопросам семьи, детей, член КПРФ. Она любит говорить про проблемы детей. Она говорит, что знает, как решать эти проблемы. Но 26 ноября 2010 года ее старший сын Даниил Останин был арестован. Он сознался в убийстве человека. Данило Останін, син депутатки, ножем пошматував партнера по бізнесу. Вижити шансів у жертви не було. Син депутатки за ґратами провів більше 10 років. Виховавши вбивцю, нині Останіна пропонує нагороджувати таких самих, як вона, матерів, які зростили багатотисячну армію рашистських нелюдей. Чому ви думаєте, що саме Україна повинна була напасти на Росію? З чого вдруг? А потому что там все планы ваши разработали. Мало того, что Украина создала еще коронавирус. И самое, сказали, что это Китай. А у вас там этих биолабораторий сколько? Мам, что ты там несешь? Ну, ладно. І таких на Росії безліч. На дзвінки з України відповідати не хочуть, попри те, що тривалий час не мають зв'язку з нащадками. Хоча тут, в Україні, добре знають, хто з їх горе-синів сидить, а хто вже став хорошим русським. Так у мене вопрос, а чого це у нацистів, а наші плени виходять нормально? Може ви нам щось і не договорюєте? Може не настільки там і нацисти? А люди сохраняют реально, что ли, жизнь нашим детям, нашим мужьям и братьям? Мне звонили с Украины вот такие вот СБУ. Я просто дура, что я отказалась с ними разговаривать. Испугалась. Я глупая была в то время, в мае-июне месяце. А они мне предлагали найти моего сына. Вы поддерживаете спецоперацию? Я поддерживаю спецоперацию. Я так думаю, это что, большой, огромный вопрос и значимую часть, огромную часть, это имеет нацизм. К нацизму отношение у нашей страны, не только у нашей страны, по идее, резко негативное, насколько я знаю. Конечно. А что такое нацизм? Нацизм, да. Это когда люди вдруг ни с того ни с сего начинают думать, что их нация превыше всего. А все остальные – это просто отродье. Ну, то есть то, что сейчас делают россияне. Ці руські сім'ї повідомили про загибель сина на третій день його перебування в Україні. Батьки теж упевнені, смерть не була даремною. А якщо б не пішли б вони цю спецоперацію робити, ну, полізли б вони, задавили б цей Донець, Донбас, цей Луганський, полізли б потім на Росію, ще більше було б жертв. А хто вони? Ну, хто там розв'язує ось цю війну? Хто розв'язав цю війну? Ну, ми перші вийшли взагалі. А якщо сія матері запретять своїм дітям йти? Что у нас будет? Военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысячи рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего, Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операції, в розмірі 5 мільйонів рублів. Не дає цар грошей, все одно хороший. Навіть коли ховати нащадка довелося власним коштом, батьківські очі все одно не прозріли. Так званих гробових родина не отримала, бо вояка був всиновленим. А таким, як і цивільним дружинам, на Росії страхових виплат не положено. Ну, у нас все-таки государство такое. Путін сказав одно, а чиновники то делають другое. А может, Путин и не знает об этом, что не выплачивают. Мы же с Путиным не можем встретиться лицом на лицо. Я собирался в Москву ехать. Ну, меня, говорит, не надо, зачем? Поеду, говорю, встречаться с Путиным. Тебя не пустят, говорит, туда. Від початку повномасштабної війни кривавий тиран єдиний раз зустрівся з матерями своїх загиблих воїнів. Щоправда, на зустріч запросили лише дружин генералів та правильних матерів, діти яких загинули в більшості чи до початку повномасштабного вторгнення. Обурених на болотах бачити
не хочуть. Генпрокуратура заблокировала во ВКонтакте совет матерей и жен. Это группа родственниц мобилизованных, которых не пустили на встречу с Путиным. Посетив вот эти инстанции, мы увидели, как свысока на нас смотрят, с каким презрением с нами разговаривают. Автомат лежал только на присяге. Через 2 месяца отправили весь, почти всю часть, 400 человек в Белгородскую область на границу с Харьковской областью. Они не снимают одежку, у них тело не отдыхает, у них ноги какие там могут быть. А теперь их хотят обучить. Чему их обучить там на полях, которые там бьют вот эти минометы? А вот эти силовики, которые нас преследуют, уголовные дела сейчас на нас наводят, заводят на женщин. А вас мобілізувати вже теж хочуть. Ви слышали об этом? Медаль за виховання патріота, строк чи привітання з загибелью сина. Що світить матерям на Росії і їхнім дітям, яким українська земля точно не світить. Українські захисники вправно повертають їх на болота. Ви достойного мужчину воїна воспитали. Пожалуйста, візьміть. Поздравляю. Я горжусь, у мене ще один дома син. Если надо будет поехать, и третьего отправлю. Видели ли вы кадры из Бучи? Видела. Что скажете? Когда людей из подвала выводят, стариков, детей, вот это вот все показывает, вот это ужас. Вот этого не должно быть. Но это же мы делаем. Минируем подвалы? Мы делаем так, что люди сидят в подвалах, потому что... Им деться некуда, мирные жители, у них бомбят дома жилые. Русские бомбят, а наша армия бомбит. А кто? В одном из утренних боев, защищая город, погиб. И последние его слова были: «Пойдем, братва, рубить укропов». Ваш сын жил, понимаете? И его цель достигнута.